Житель штата Мичиган заметил молодого кота, который прятался под его автомобилем. Когда он его достал, то ужаснулся. У кота на голове была открытая рана и полностью отсутствовала часть черепа с одним ухом. Мужчина привез кота в частный приют мичиганской группы спасения кошек Crashers Landing. Там дали кличку Ван Гог, причем с самого начала кот показал себя очень ласковым. При каждом контакте с людьми он начинал мурлыкать. По версии работников общества, кот пострадал, когда прятался в двигателе автомобиля, пытаясь найти теплое место. Коту была проведена операция, и следующие 3 месяца он восстанавливался после нее. После того, как Ван Гог оправился от операции, его вернули в приют, где он начал расти и поправляться. Кошки в этом приюте содержатся вне клеток. У них есть место, где можно свободно полежать и походить. Кроме особенной внешности из-за раны, у Ван Гога диагностировали кошачью многопалость. У него на передних лапах есть лишние пальцы, которые выглядят как большие пальцы. Спустя некоторое время произошел счастливый случай, котик обрел семью. Теперь Ван Гог живет в теплом доме, где у него есть персональное кресло, и никого не волнует, что у него отсутствует часть головы с одним ухом. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь. Не забывайте прожать колокол, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.